Ну и что вы там встали? Залезайте давайте. Кен, что ты там делаешь? Давай меньше вопросов, залезайте давайте, а. Залезать? Блять, а как мы залезем-то? Как? На руках, блять. Давай, забирайся, давай. Нормально все? Да, да, заебись. Это, Кевин. Могли бы быстрее подняться, я, между прочим, вас жду. Блять, ты, чувак, ты видел, какая высота там? Ну это ж пиздец. Давай тогда, это, наверх выбираться. Просто идите за мной, пожалуйста. А чё не там? Чё там? Куда? Я же попросил, просто идите за мной. Чё? О, ебать, так. А, 666, да, пароль? Блять, и вообще что? Откуда ты знаешь? В смысле, откуда я знаю? Да. Ебать, Кевин, что это за хуйня? Откуда? Блять. Что за проход? Давайте меньше вопросов. Прошли все. Проход, блять. Ёб твою мать, Кевин, это что такое? Так, пожалуйста, потише. Блять. Угу. Это, блять, что это за... Ёб... Кевин, это куда мы... Куда ты нас привел? Пожалуйста, введите голосовой пароль. Мамзи звал. Какой пароль принят. Идем дальше. Кевин, блять, что это за хуйня? Погоди, ты, блять, можешь остановиться, объяснить все, что? Что? О, я, пожалуй, ТТМ возьму, хорошо? Не трогай, пожалуйста, не трогайте оружие. Все. Может, я ее лучше возьму? Ну, как и, бы. И ты не бери. Просто не трогайте ничего здесь. Чувак, нам нужно это оружие. Блять. Это возьму я. Эй. А может, дробовик, блять, это? Я ничего возьму. Не трогайте и идем дальше. Да ладно. Не, блядь, чувак. А, блядь. В общем, дробовик я, короче, беру. Ладно. А мне что, вот дробовик. Эту вот хуйню взять, что ли? Бери. Ну да, все, что пригодится. Осталось. Господи, это щит. Мало и нахуй, блять, что мне, Виндиго щитом пиздит? Я не знаю. Нет. Блять, ладно, возьму я твой щит, ебать. Что вы ломаетесь, как девки, ебогу. Идем дальше. Куда? Ты можешь, блять, объяснить, Крис? Фу, Крис, блять, Кевин. Просто иди и все. Блять, иди и все. Куда нахуй? В пещеру, блять? Нечего. Да. Блять. Чтоб я еще раз так делал. Что это за хуйня? Куда мы вообще попали? Блять. И высоко. Что? Блин, чуваки, какое-то это странное место. Блять, я не понимаю, Кевин, что за хуйня? Зачем мы сюда шли? Зачем пришли? Откуда ты знаешь про вот это все? Про пушки, блять, хуюшки? Про двери какие-то в скале? Блять, что это? Это просто секрет. Какой нахуй секрет, чувак? Нет, мы разворачиваемся, блять, идем обратно. Стоять. Ебать. Как просто стойте и слушайте меня. Я, бля, а ты кто меньше, такой нахуй? Командир, хуиндир, блядь. Меньше глупых вопросов, будет меньше глупых ответов. Я сказал что-то смешное? Извини. Блядь. Ну так что? Хуйня какая-то творится. Чё там у тебя вообще, блядь, дай посмотреть. Ну, чёрт, ну, в принципе... Да ничего тут нету. Кевин, ты где? Крис? Чё за хуй? Ёб твою мать, блядь. Сука. Джейкоб.
Джейкоб, 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 дурак, 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 эй, ты Джейкоб, такой дурачок. Джейкоб, ты где? Джейкоб, найди мне вино. А может быть ты дурак, Джейкоб, Джейкоб, дурак, Джейкоб, дурак, поп, смотри, Джейкоб, вино. Джейкоб, ты попка. Джейкоб, смотри, Джейкоб, совсем дурачок. Джейкоб, я здесь. Джейкоб, Джейкоб, ты где, Джейкоб, алло? Болишь? Бля, ты меня сон, не слышишь, сука. Джейкоб, это же я, Кевин. Это я, Кевин. Ну и чё ты лежишь, вставай. Чё с ним? Да я не знаю. Ну вообще, в последнее время с ним часто такая херня случается. Ну ничего, до свадьбы доживёт. Бля. Ебать. Доброе утро, сонная красавица. Пошел ты, блядь, что происходит? Ничего, ты не просто знаю. Шел и упал. Охуенно, шел и упал. Не, чуваки. Что, стареешь, что ли? Давление? Блядь. Какую-то хуйню постоянно вижу. Какую-то, знаешь, зубастую такую, блядь, здоровую. Шизофрения. Блядь. Возможно. Давление повышается, зрачки глаз в норме. Ну где они, где, блядь, все они, а? Вот скажи. Ты о чем? Да тут, чем, блядь, он несет за хуйню? Я тебе говорю, а фонариком, блядь, посветил, а тут, блядь, по стенам, блядь, по потолку, везде, были вендиго эти ебучие. Где они, блядь? Ну, последний... Ну, посмотри, блядь, ну где, 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 сука? Последнее время он голову не бился в камни каким-нибудь. Блядь, заткни свое ебало, блядь, пожалуйста. Ты посмотри, блядь, ну где они? Да не все, забывай, успокойся, мне... господи, их нет. Не забывай, блядь, что у меня за плечом. А вы их видели? Вот скажи, вот вы видели, блядь, а? Нет, мы видели, как ты, я не знаю, подскользнулся или что у тебя, равновесие потерял? Просто ты ненормальный. Это не смешно. Блять. Крис, помнишь, я с тобой разговаривал на тему, блять, что это... Ну, хуйня мне это мерещится. Знаешь, это такое ощущение, что вот тебе, когда по башке дают, да, ты там, блять, сознание теряешь, и всякие сны тебе снятся. Вот мне снится какой-то сон, блять, что какой-то, блять, белый коготь, и там, блять, этот Кевин ебаный ржет. Ха-ха-ха, смешно, пиздец, да? Ебать, обосраться. Так вот. И, блять, все, я крышей поехал, это пиздец. Крис, я понял, дробовик. Ну... Я выставлю, блять, ему в ебальник. Короче, там... Ненормальный. Блять. Чуваки, мы так не дойдем до конца, я не знаю, надо а как-то... А куда идти? Все, блядь, этот долбоёб привел нас к какую-то, блядь, пизду, вот что? Со словами там, аккуратнее, Дуовский, блядь, куда вот, блядь, вот прыгай нахуй туда рыбкой, не знаю. Учитывая, что у тебя шизофрения, лучше прыгай ты. Тебя все равно не жалко. Блядь, вы заебали сраться! Давайте уже пойдем. Смотрите, там... Это что, проход, что ли, какой-то? Где? А, вон, что-то вижу. Ну чё, идём туда? Идём. У нас выхода нет. Ну пошли, блять. Нашёл выход. А, ну и чё здесь смотреть-то? Проход как бы... Слушай, Крис, а вы здесь были, по-моему? Да, 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 это... Это то самое место. Только почему-то теперь глазики. Кейсы не светятся. Хм. Странная хуйня. Ебать. А этого здесь не было, по-моему? Да кто его сюда повесить мог? Тх, я даже не знаю. Херня какая. Впрочем, хрен с ним. Пошли тогда. Пойдем. Кевин, вот куда мы сейчас вообще идем? Ну я же сказал, меньше вопросов. Иди. Блять, сам иди! Ладно. Блять, он как-то... Не оставайтесь стран... тогда. Какой-то странный в последнее время, пиздец. Ну... Если ты намекаешь про то, что это может быть галюны, то я его тоже вижу, поэтому... Поэтому что-то это... Блять, он смотрит, смотри. Он смотрит, сука. Блять, мне... Вас долго ждать? Да идем, идем, мы это... Да блять, идем, все. Ладно. Ты это смотри, не ебанись-то. О! Ха-ха. Эй, Кевин! Тут вино, будешь вино? Вино. Очень смешно. Ха-ха-ха-ха. Смешно, а пиздец прям. Чё за хуйня с ним, блядь, я вообще не понимаю.
Я понять тоже не могу, чё там? Кевин, блядь, тебя как будто подменили, чё с тобой не так? Вы прикалываетесь, что ли? Я вас попросил, меньше вопросов. Да это, блядь, не вопрос, ебать, это, блядь, это, сука, всё, иди нахуй. В смысле, не иди нахуй, но ты, блядь, странный, реально, чел, блядь, мне страшно за тебя, с тобой всё нормально. Вы наружу хотите? Блять, мы пиздец хотим наружу, я уже не могу. Ну и все, закройте рты и идем. А ты, блять, проводник, да, супер? Прям охуенно. Че, нам опять паркурить поэтому? Не, бля, я... Походу, да. Не? Не, ну это пиздец, я не знаю. А куда тогда, если... Че вы как девочки? Не хотите жить, оставайтесь здесь. Ну давай, ебать, покажи мастер паркура, только не пизданись. Ну че, давай паркури, спрыгай. Ну? Что ну? Тебе осталось пройти еще, блять, 9 десятых. Залезай, а. Да, ну давай, блять, сейчас. Смотри. Залез, и че? Давай дальше прыгай, не знаю. Ну, тут по-другому. Тут по-другому не... Еще подожди. Да сейчас я... Господи, отойдите уже немножко. Блять, ты куда полез, эй? Полетел наверх. Давайте быстрей. Ну давай. Ну даю. Давай, давай. Жена давать будет. Быстрей давайте. О, блядь, какие крутые шутки. Давай-ка я первый, хорошо? Ну давай. Че это такие? Так, если что. Если что, я тебя держу, давай. Давай. Ну давай тогда, прыгай. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Аккуратно. Нормально все, да? Пухни давай. Ну ладно, я сейчас тогда тоже лезу. Ух, бля. Это, вы там? Там, там. Раз. Два. Ух, блядь. Три! А! Блядь! Чё, не сломал себе ничего? Бля, не знаю. По-моему, нет. Ну это, чё встали? Дайте я, бля, встану. Ой, бля. Ну чё, обратно, да, тогда надо лезть? Да. Заново. Заебись. Ну я это, прыгаю, короче, окей? Раз. Бля, главное сейчас не упасть. Два. Три! О, бля. Так, ну я это, я здесь, ага. О, черепок, а я его не видел раньше, ебать. Черепок. Ребят, вы чего, блядь? Эй. Наконец-то я тебя прикончу. Эй! Эй, ты там живой? Ничего не сломал себе? Бля... Краснодевица. Да нормально, нормально, блядь. Чё разлёгся? А, сука. Иду я вам к вам, блядь. Иду. О, блядь. Я у мамы рукожоп, да, все-таки, видимо. Закрой ебло. Ай, блядь. Помочь тебе, нет? Да не, Крис, нормально. А ты как это здесь? Оказался, блядь. Чего? Ты чё там с собой что разговариваешь, блядь? Бля, да не, всё нормально. Бля. Ебать, ну и хуйня со мной. Точно ничего не помочь? А? Чего, блядь? Не, этой хуйни не может быть. Эй, ёпта.
Он реально ненормальный какой-то. Пиздец. Я прыгаю, окей? Окей. Тоже постараюсь. Раз, два, три! Ух, блядь. Каши мало кушал, что ли? Ай, блядь, ты на себя посмотри. Видимо, ты пережрал ее. Смешно. Блядь. Так, это... Все нормально. Ну, смотри, твой друг. Ага. Блядь. Ну что, предводитель, куда нам дальше? За мной топайте. У меня сейчас дежавю было. А ты, Крис, блядь, ты пидорас. Я-то почему? Ну чё, наверх нам опять, да, карабкаться, блядь? Ну, типа того. Ну давай тогда ползи, блядь. Готовы, девочки? Да, да, давай. Ай, блядь. С тобой мы потом поговорим. Я вообще ничего не понимаю. Полезли, ебать, что нам ещё делать? Ты это, Кевин, ты, блядь, какой-то не такой стал, знаешь? Какой-то странный пиздец, паренек. И немножко, знаешь, такой дерзкий. Ты где, блядь? Кевин? Эй, Кевин. Он что, упал, что ли? Блядь, да лучше бы упал. Нет, к сожалению, нет. Кевин! Блять. Его нет. Кевин! Да блядь, что за хуйня-то, блять? Открой. Погоди. Замок. Кевин! 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 Блять. Его тут нет. Да я вижу, что его тут нет. Блять, куда он тогда что пропал? Делать-то? Пойдем дальше, посмотрим. Блин, я не знаю, может он туда ушел, нет? Куда? Туда? Блядь, что ему тут делать? Как тут это? Ага, так, так, ну давай, заходи. Угу. Блядь, это как... О! Блядь, она сама закрылась перед ебалом. Камера какая-то. Как он тут делал? Ты следил за ним, не? Да, что-то... Так, что-то нажимал, погоди. Сюда. Ебать. Это какая-то, знаешь, дезинфицирующая камера. Какой-то микрофон, знаешь, древний. Ну чё? Сейчас, там что-то надо было сказать. Да, что-то там на М какой-то. Да, какой-то... Блядь, динамики тут. Блядь, нихуя. Ну чё там? Так, тут все, наверное, я не знаю. Ой. Пожалуйста, введите голосовой пароль. Пароль неверный. Повторите попытку. Тебе надо говорить слово, а не мычать микрофон. Мамзиз хрял. Пароль неверный. Повторите попытку. Может, мамзизлал? Мамзизлал. Пароль принят. Блять. А это сработало. Оно. Так, ну-ка. Стоп, а при мне щита нету. Оружие при тебе? Нет. Блять, что за мистика? Вот когда ты забирался, оно при тебе было? Слушай, я... Да вроде... Я даже не заметил, когда... Блять, когда это произошло вообще? Что за хуйня? Стоп! Так, чувак. Я тебе отвечаю. Тут, короче, когда мы сюда... Тут было до пизды Вендиго. Они были на потолке, блять, на полу, на стенах, везде. Слушай, вот здесь вот. А потом я упал. Погоди, я... В обморок. Я понимаю, блять, я вроде головой-то тоже не бился. Да и я не знаю, бился ли ты.
Блять, почему у меня эти галюны? Или это не галюны? Блять, что это? Ты хочешь сказать, что Кевин это галлюцинация? Ну а какого хуя? Как это еще объяснить? Я не понимаю. Блять, у меня это в голове не укладывается. Что за хуйня? Блять, а где оружие тогда все? Ну, мы точно же ходили здесь, алло, вот с тобой вдвоем. Да точно, точно, да, я... И почему я сказал, что сюда забраться нельзя? Вот как легко и просто. Пиздец. Почти. Ну? И что? Вот. Блять. Я не понимаю. Да, блять, двери сами по себе закрываются, открываются, ебать, что это такое? Да пошли отсюда нахуй. Да, блять... Бункер какой-то, я не знаю. Так. Охуеть, так погоди, фонарь. Опа. Закрывай нахуй. Не знаю, пошли дальше? Наверх, может он наверху, не знаю. Если это галлюцинация, то... Бля, это пиздец, это... Это пиздец, не надо... Ёб твою мать! Что такое? Блять. Что это за... Вот, блять, что это за хуйня, скажи мне. Это дяденька. Просто он, видимо, здесь сдох. Я не знаю. Блять, этого же здесь раньше не было, алло. Ты понимаешь? Блять, точно этого не было. Может, это Кевин, блять? А это не Кевин? Я тоже подумал. Нет, блять, да ну, не. Не такое, блять, лицо гладкое прям. Похуй, пошли наверх. А, сука. Ты ж ёб твою! Блять. Кто все это? Кто они? Блять. Это тот самый бар, что ли? Это. Мы же были в нем. Нет? Какого магазин? Хуя здесь делает кровь? Блять, все, нет, это. Это пиздец.